У него типа даже кольца за репу нет. Блять, у него и пух, на пухах нет, чарок нет. На пухках чахи, чары дают, блядь. Прирост ДПС пиздец, вместе с сотого. Влево убежали, все под зеленого стали. Еще раз говорю, РДД съебались, а справа, которые влево сюда. Все зеленые будем готовиться. Зелень влились. Сядь, в луже стоит. Что-то вы в луже долго простояли, ребят. Больше дамага дайте. Все. Сядь, вставай. Я поднимаю. Персик ДЦ рез. Да, ДЦ полхода стопал. Там перефаза, слышь, надо стопать. Не стопается ничего. Не плюй только да, сейчас. Да я не плюю, не плюю, я жду. Что-то я ничего не чувствую. Красного влились, РДД. Милики, бейте, босс. Фулбаф по плестам, да. Шаман. До вас когда дойдет, красный, тогда переключитесь. Подмели. Шаман надо через боссов бегать, через боссов, чтобы милики отвлеклись на меня. Только, конечно, милики, колбу готов. В колбу не заходите, минус 100% меткости будет. Под красного встань, ой, под зеленого влево увидеть. Подмели. Еще левее уйдите, вон где шаман стоит, идите сюда под зеленого. Поставь метку, что входили за него. Надо за звездой бегать. Колба милика. РДД колба. Зеленого сейчас. Текущий. Видно зеленого. Лёха, Лёх, Берни, Грин Персик. Грин Персик, Денчика пусть бы. Я ДЦ поднимаю. Давайте все в красного. Не убегай, Рога, стой на месте. Иди к профу. Да колбы не, куда ты бежишь? Пока тут холипало, ресы. Вот, Рога, из-за этого, то, что ты хуйню такую исполняешь, тебя сюда не хотели. Переказ. Пока тут Денчика. Звезду все сбежали. Ребят, судите поменьше, а то это. Забаню голос. Колба. Тить Катя. 300 первая пати, рез. Кул ДД по зелен. Встанешь после взрыва. После того, как зеленого убьет. Тить Катя, БРа твоего не вижу. Все, бафы, фулбафы обновили по всем. Шалба. Что за хуйня? Пельмень. Красного. Да может мало людей побежал. Красного убьем. Красного еще быстрее. ДЦ Эннер, блин. Пельмень. ДЦ, ты пельмени ловишь один и второй сразу. У тебя нормально все с тактикой? Зеленый. Колбы.
Зеленый выбирает цель, все в зеленом. Фильмы. Это не все не в ту сторону отлетают. Лучше с ними летать. Колбы. Великий колбы. Красный. Отошли от босса. Красный цель выбирает. Все в красного. Минок, 6 минут. Пельмень. Паладин, беги. Сука, ты слепой. Ты почему на оранжевое говно бежишь? Оно же взрывает. Тоже пришел как рога, не знаешь тактику. Звезду вернули. Стопните по боссу. Колбы сейчас там зеленый выходит. Зеленого сейчас бьем. Кстати, под зеленого. Зеленого зерга. Старайтесь отлетать в центр комнаты. Все, влились и переводим. Зеленый. Поделите дамаг. Переводим. Все, все в звезду. Красный. Пельмень. Красный выход. Перевели. Значит, после того, как вы разморозитесь, даем рост и фул ДД в красного. Только цель красного, милики, пока не бегите. Может вас выбрать. Рост. Зергнуть красного надо за 3 секунды. Через босса беги, ШП в обратную сторону. Зергать его сильнее. Молодец, отлично. Хорошо, что у тебя инжай. Все, все в звезду встали. Все, пробьем. Везло, что у него уже инжай есть. Ну не туда повел. Давай, Саня. Забирай. Сдвинулись. Враска, давай диван на этого ковата. Уже ближе встать. Колбы 2 секунды, милики, из-под босса вышел. Вышли, веди. От диван снять не может, походу. Отменяй баф, если снимется диван. Ты его пока найдет. Чего страшного? Так, ну ты в лужу поднял, молодец. Окей, я понял. Ты зачем ты вставал? Не надо ничего. Забирай коват. Паладины, у кого есть божественное вмешательство, плюс в рейд, прям сейчас. Сёмиус, давай диван на Халфане. Четвертая пати ДК. Когда ж скажешь, Халфане? Отлично, снимай. Двинули. Бьем дальше. Теперь назад ушли. За звездой. Вышли. Выводи его оттуда, с угла, выводи. Угу. Все, стой там. Четыре забирай, зергай. Забиваем. В сторону. Назад встали, вернулись. Дергайте сильнее его. Колбы отошли. Проводи. Все, проводи его. Все, звезду встали. В сторону. Назад вернулись. Гимн на ХП пристрел. Прожимки Т4 отдавай. Саку. А все, он сдох. Вот на. Залезьте, пожалуйста. А че, вагонов? Много. Блять,
Кто меня бэрил прям в лужу? Я бэрил. Он же не понял, что там лужа будет сначала, ее же не было. Рога, 3900 ДПС. Ну и смысл тебя здесь на рождение. Да, ребят, тут Рога даже не зачарился, дай его поставить. Не было микрофона. Да у него времени не было зачариться, его запустили. Ну, зачем, значит, плюсовать, если ты, блядь, вообще нахуй. Я забрал Войт. Ага, хорошо. Ему ничего не даст, блядь, чарки не дадут ему, блядь, 4К ДПСа. Не, ну нормально, что? Надо пересматривать чарить, голову чарить, блядь. Ладно, Рога, на этом для тебя рейд закончился. Ищем а как чел. 4К можно. Камни нормальные. Враска, ты сам подумай, две пухи зачарит, прирост силы и атаки, метасокет ему даст прирост, там на косаря 2,5 100% поднимется. Камни, как бы, ЛК камни. Вот, все равно, даже если на 2,5К поднимется, минимум 8К ДПС с ЛК 25. Пиздец, минимум. Все, пока в 2-4 пойдем там по флуди, Ги, может кто отзовется. Я сейчас поставлю Дживсос вот тут. Ну, может, пуги пускай спросят, где там, может, у них есть желающие. И все. Спросите, но если желающие есть. Только не как Рога, чтобы нормальные были. А можно что либо? Кикнешь же с гильдии, можешь, да? Я могу, да. Кикнешь шамана. Какого? Сядь какого? Сядь, который или кого? Нет, которого Накс собирает. Я что-то его, блядь, на РТ не вижу, блядь, вообще. Такое ощущение, что он, блядь, вообще не существует. А, Валидон, но... Валидон. Я, кстати, я тоже, хуй знает, вообще нигде его не видел. А какой ник? Валидол? Валидон. Это кого-то отошел, в раз спекнешься сейчас. Два моба добейте, дайте спекнуться. Ага. Все, кикнул. Я тоже звал его, он говорит, не пойдет сюда. Ну пусть дальше Нак собирает. И пуляй. Залагал спек, подожди. Все, я готов. Руслан, в первую очередь. Давно на него смотрел, я думал, он у вас там ходит. Черепок бей. Ладно, бишь, ходил. ШП, ДЦ, ретрики, контроль, покаяние, сковывание нежити, лишних мобов, тактика, объем. Так, пока трэш отойду, бил. Череп поставил, пускай его вниз. Остальная параша, что пошла, мобы контролем. И вниз спускаем. Спускаемся. Бля, хули вы там делаете? Зачем ты наверху стоишь? В смысле наверху ДК, я здесь, ты внизу. Да что, успокойся. Слепила. Это же я вижу, что ДК внизу стоит. По одному тянь. Суть. Там кто-то стоял все равно. Не знаю кто, но походу ДК. Давай не наезжай, чё ты. Поставь на него метку, будем следить за ним. На кого? На ДК.
На враску. Чё враску? Это чёрная метка. Забойся. На мне нет метки. Элэйдится. Чёрная метка. Какой это? У Джека Воробья-то на руке была. Да, чёрная метка, Дэвид. Как он там собирал? Он кого-то шканулся там. Слышь, говорит, 100 душ, говорит. Собирал этих матросов, блин. Тактика — это приоритет, на ком танк Агрон играет. Заходите вправо. Их два сейчас. Первый череп сливаем, остальное контроль. Поднимитесь, говорю, сюда вправо уйдите, тактик на вас прыгает. Там внизу еще стоят люди. И наверху бьем, или вниз? А внизу. Оху, мой череп, бахло, череп, танки вниз. Проведи, враска, проведи, бегай, беги, беги, я беги, беги, беги. А, ладно, я тогда бабу наш. Сука, он чуть не заявил. Че, с этой резги никто не хочет, да? Ну, я написал. Подышка. А вон тортика может попросить, у меня же есть там. Дышки. Ну, у нее есть, да. Может зайти, ты надо хера. Короче, на крайняк, если что, я думаю, лича закрыть многие хотят, кого-нибудь там из пугов нормальных найдем. Туковат вернулся, да? Да. А кто кристаллы собирает? Один. У нас их 9. Ураска. Десять тысяч один осколок, из чего можешь купить у него. Вот осколок. Боешечка. Совы, отойдите, блять, от трупа. Могу полутать. Это типа 10 тысяч голды, один осколок. Да, оранжевый такой. А сколько осколков надо собирать? 50. А из гильдии PCT есть кто-то в рейде сейчас? Вон, трое отписал эти. Чё, хочешь к ним заинвайтиться? Нет, там мегазонтик спросил. Погоди, да не пуляй. Я успею. Для кого ты пришел же, правильно? А уже давно. Че, мяка забил? Там одной рукой играет. Че, с гида отписал? Ну, мяка, ну зайдет, у него то ли твинк, то ли че, лог. Вагон? А твин вагон или нет? Не помню, десятка была, что ли. Не помню уже, сколько было ДПС. Десятка? Ну, блять, ну не рога точно. Не как этот рога. Заодно смотрим.
Да нам бы вот сейчас к плечу подходим, нам бы, блядь, ДПС равно. Ну, как раз лук. Не знаю, Семиус, про какое-то кольцо Баян Ролл. Восстаньте, братья! Баешку, который думал паролить. Рыбу ставил. Нести рыбу. Что, шкаф ставь? Шкаф ставь? Да, ставь, сейчас он заходит. Кому СС ставь здесь? Или на лану оставь? СС. Да никому, но оставь. Хорошо. Пиздец, я один. Семилос, если ты чат не читаешь, это твои проблемы, писали, что буе анрол. Блять, гильда называется, смотрите, как у Лока. Так. Аппетитные жмурики. Давай, чем дальше. Ну, кошка рожает, наверное. Вот это титьки Кати, блять, письки Васи. Я помню, в такой конфликт. А чё, двое ливнуло, да? Ну, мне отписал, что из-за мяки, типа, нахуй нужен, или ну. Починьтесь, он же стоит. Чек на пул. Так, кто на ком из танков? Я слева. Угу. Отсчет. Короче, вагоны, которых ДПС нету, пускай кинетик убьет. Ой. Сер ДБ по кинетике. Играем сверху желтые три шаропада. Рэнш наберите, выход. Персика, ты чё? Ближний бой. Чё ближний бой? Встал к боссу, убили и сагрил его стаунтик, да? Видимо, да. Ну как, блять, как так? Не знаю. Черные ядра не бейте. Не хватает ядер. Геру. Давайте Геру сейчас два этих будет. Прольется
Осколок. Забирай. А можно я, бля, танком побуду на этом боссе? Да, конечно. На ДПС кто давать будет? А халпа не сколько дает? Десятку? 12. Ну пускай паладин лучше халпа не так. Паладин явно больше даст на лань. Это я часов бы ты забыли, что у меня ДДС такие. Кому с гильдии воля нужна? Я. По поводу покупки анрола, те, кто солчата еще остались, денежку там поем, пишем предложение. Волю напала, хочет купить. 60 тысяч. Ну ладно, сегодня 8 марта, полтинник можно. Базово. Пойду курну пока по-бурому. Включает. Звездопад будет включаться. Связался. Вон Лёх спрашивает, всё у меня за 40к. Вон, да. Лёха, можно волю за 40к? 40. Да, блядь, конечно, продай. Если хочет, пускай берёт. Запалка. Напала хуй. Напала можно из костей. Нам какая разница на кого? Хоть на мага покупай. 40к есть у тебя? Да. Типа на прот пала, может, захочет когда. Ну, ретрика, в принципе, неплохо для начала. Нет, там получше тринки есть. Ну, а что? А что? Ну, ретрик уже все равно надо какой-то РПБ, да? Там, приговор. Смотря в чем ты ходишь, от шмота зависит. Есть этот хребет, есть. Тоже у мать не тринка, блядь. Там в Т4, если я не ошибаюсь. Да, там чисто надо... Чисто выбор смерти РПБ. Можно, да, и хребет, и нормально. А край там крошечная маска Вуду тоже неплохо. Воля имеет бы смысл на пале, если ничего лучше не даст. Не, в Т10 в 4 куска можно волю взять. Так там и в Т4 процент есть у них тоже. Руки не такие голимые, как кажется. Лучше уж чешку тогда, чем волю. Много вариантов есть. А сколько чешка стоит? Голды ты имеешь? Да, голды. Там под 70, ёпти, две продают. Дороже, да, Воля? Ага. Ну, Воля просто определенным классом. Чешка. Там под 80-70 я видел. А чешка более всем идет. Миликом. То есть независимо. Палты, вар, блядь, кот, рога. Энг, шаман, блядь, ДК, блад, ДК, фрост, анхолик. Всем чешка. На волю, допустим, там на некоторые классы не возьмешь. То есть энху, допустим, волю не возьмешь. У нас вчера энх купил в ЗС. Зов, блядь.
Так ты здесь, это... блядь, в заломании. Зов это прок АП. У энхов все скалируется от АП. Воля это прок на силу, ловкость, крит. Не ошибаюсь. Там три статы милишные. Ловкость, скорость и сила. Не, у меня на ДКшке сила, ловкость, крит. Три основные статы. Знаешь, если бы ловкость давала бы паладину, бы магический крит шанс, то да? Так крит, по-моему, уже от ловкости работает. Это только милишный крит от ловкости работает. Да. Если ты посмотришь, у тебя есть стат шанс магического крита и шанс физического. Разные вещи. Так, рыбу надо, не надо. Кому тут СС скинуть? Войт, когда ролл шмота спрашивает? Там таймлут. По таймлуту идем. Ну чё, кто, где, чё, кого, блядь? Войт. Кому, да. Короче, пока тут удалось. На форуме поздравляли сначала с 8 мая, март. Админы. Войд. Осколки падают с боссов ЦЛК. Потом, если на посох, там потом с джайны нужен осколок, который падает. 100% шанс. После 50 осколков надо с джайны осколок. Его, типа, можно сразу взять, типа, по-моему. Да, старик, можно же его сразу взять? Кого? Да, его можно, я еще даже душу собирал мне его.
Можешь купить, он у нас никому не нужен, говорили. Сорян, что-то отвлекли. Пришли свидетели Иеговы, сказали, нашел ли ты свой путь в жизни? А я им говорю, я нашел свой путь, путь про товара. И они вообще охуели, короче. Ты слышишь, там почмот спрашивает, там не пора ролить. Про товара. Все, закрыл ты дверь. Слышишь, нет? А? Я тебе говорю, у меня как-то друг знакомый приколол. Он так вежливо и начал с ними туда-сюда, что пригласил, что они, короче, аж ломанулись, короче, от него. Ну вот они тоже ломанулись, глаза раскрыли. Какой путь еще про товара, говорит. Они думали, они тебе хуйню сейчас залечат, а тут ты им начал. Бля, как-то ко мне тоже приходили, верили в Бога. Через полчаса он сдался и ушел, нахуй, я просто заебал. Ну все, давай, вот команду, или что я хуй знаю. Да, блядь, надо два тела поднайти. Я в ФБ ору. Вой, ты посмотри время на шмот. Нет, ты просто либо людям перерыв объяви, да. Либо я хуй знает. Сейчас либо посмотрим. Погнали, так. Давай посмотрим, кто здесь. Персик и Лёха только нету. Лёха тут, Персик. Я тут, я тачпад настраиваю. Все, понимаю, что так убьем, нет? Убьем. А кто в танках? Блин, хорошо, что я танках, решил зайти. Танках, халфани, ковад. Можно я спекнусь в танк? Нет, по дамаж. Одна не дамаг. Еще так, спекнулся? У него два куска есть. Сучек на пол. Мне надо дамаг 20к здесь от тебя. Да я не люблю кусать. Да придется. Даю отчет, танки поехали. Укус передать, кто не передает, без шмота остаетесь. Хладбон получил. Кому вот ДД по вас? Лок выноси. Старику в раске, войду. Рекаунт у всех есть, смотрим. Первый строй. Хелфейну. Сова может подойдет. Красные лучики, сбегитесь. Это персик отпрыгивал. Это есть. А я там отвлекся на это. На дискорд. Красные лучики, сбегайтесь, а то не захилят, сдохните. Враска, бабу. На тебе без укуса первое место по ДПС. Красные в одну точку сразу. Или хилы не захилят. Крайс. Осторожно, дамаг от черных луж не получает. Значит, агресс шадо. Дисмас диспел умеешь давать? Да, сейчас дам. Вот эфир на себя. Мас диспел под тому месту, где люди в тени забегают в контроле. По черепку фул захил, фул ход от любого кора. Набираем рейндж. Гимн на хп будет читать агресс шадоу, приготовься. Читай на хп. Фул хп захил, старика захил, укус не уронить. Фул захил. Бьем дальше. Да, спасибо. В одну точку быстрее. Черепок выше. Захиливайте того, кто несет метку. Захил его. Кто несет, сразу спамим хил.
вкусы взять и не передать. Черепов. А чё все леху кусать рады? Я укушен, блядь. Он укушен. Сука, не проебите укус. Укусайте другого надо. Смотрите. Укушен хант. Хант укушен. Все, до свидания. Раз, укусить. Короче, проебете укус, я говорю, без шмота. Хорош. Ты что, блядь? Нахуя ты бежишь, у тебя враска в мелизоне и воид, блять, есть. Пиздец, пиздец. Убейте его, черепок захи. Значит, на каст дашь массакру. Убьёте его? Гимн на хп, ДЦ. Гимн на хп. Рэнш. Пока тут мазафакера, мазафакер Кладбона. Бона. Кладбон Лока, четвертая пати, ресы. Укусы передать. Отлично. Укусы передать. Захил быстрее. Захил быстрее. Бревно кусаю. Геро. Тени, молодец. Вот, сука. Что поесть, что не укусу. Зергаем, пробуем. Сильнее ДПС. Да не, там 40 секунд бреса. Я вижу. Босса зерга. 30 секунд можете еще успеть. Укусы, значит, танкам, хилам передать. Под баблом кто-то добьет. Да какой танкам, хилам, блядь? Чайка на вообще не трогает. Укусит. Ой, ты укушенный? Да. 10 секунд. Понятно. Кабан, ты, блядь, видишь вообще, кого, кто укушен, кого, блядь, укусили или нет, блядь? Я вообще охуеваю. Берсан или нет? Да, конечно, да. Конечно, Берсан. Пиздец, я вообще в ахуе. Вот это вся хуйня из-за того, что укус вы передать не можете. Вам рассказать, как укус надо передавать? Не повезло. Ладно, пуги там, блядь. Осядь, Акладбон. Короче, два тела искать надо по-любому. Да не надо, так убьем, блядь, если нормально укус. Нахуя ты рвешь, блядь, первый укус забираешь, сука, если ты нихуя не сделать не можешь. Короче, слушайте сюда. Значит, для тех, у кого нет фреймов, как смотреть укус? Открываем клавишу O английскую, нажимаем, вкладка рейд, делаем это побыстрее. Там группа 1, группа 2, вся эта хуйня. Левой кнопкой мыши наводим, нажимаем, зажимаем, держим, вытаскиваем на экран. Похуй куда, но мне, чтобы вы вытащили эту всю хуйню и видели все ники всех людей. Все 5 групп так вытаскиваем и смотрим. Мышкой тыкаем по ним, передаем укус на того, на кого нет, на кому нет укуса. Грит, не грит, блядь, мне похуй. Хоть аддон у вас, хоть какая хуйня, но чтобы вы видели, кого кусать. Рекаунт. Укус не передал без шмота. Сядь, Кладбон, это пиздец. Ты чё, блядь, маленький, что ли, чё, я не понимаю. По-моему, хорошо видно кусать, да? Моя! Чек на пол. Достаточно Shift-V нажать. Же видно, когда челик розовый, нет. Хоть Shift, хоть не Shift, мне похуй. Вы должны видеть, что на человеке укус. Нажал на него, посмотрел баф возле категории. Возле ледяного трона, вот этого. Если есть красная кровавая сущность королевы, его нельзя укусить. Кусать надо того, кто без укуса. Если вы нихуя не видите, это, блять, ваша проблема. Этот лок, маг. Все БРы на КД, любая ошибка это вайп.
на взлетке, значит, когда босс залетает, кастует. Прожимаем свои сейфы билки. Маг глыбу, лук, темный панцирь свой. Ханты захиливаются. Совы там, дубовая кожа. Паладины 50 на 50. Всю хуйню. Враска, вырывай укус, либо войд. Потом мне отдавайте, потом дальше пойдем. Дайте на пол. Я выжил. Дайте на пол старика. Потому и что я бурстануть сразу не смогу, чтобы укус забрать. Все готовы, дают что? Готовы. И так много на пол, старика. Красные, сука, лучики. Не забывай. Вот я в центре стою, если что, я вижу. Так. Красные лучи, вы что, сука, весь рейд сейчас положите? Вы что, дрочите стоите или что? Ты в раску кусай. Я грим персика укушу. Жан. Грим персик, беги к лестнице, к задней туда, на взлете я тебя укушу. Угу. Сейчас она взлетать будет, страх сейчас будет. И после страха я тебя укушу. Через 2 секунды страх. Все, я иду кусать. Гимн давать? Все, грим персик, женька, потом кусаешь. Я укушу мага. А вы милики Кладбону отдайте укус. Вот у тебя был укус, да? Да. Враска отдай. Потом этому. Я в тени Кладбону. Да, я видел. Я видел. Сбегитесь. Женек, какой потерь? Я не укушенный, если что, до сих пор. Женек в твоей, во второй. Враска не укушена, я враску укушу, ты же не кажешь. Враска, по моей команде отбежишь вправо. Ага. Как вам такое? Все, враска, отбегай. Через 3 секунды, через 4 укушу. Да вот я! Враска, вправо отбеги. Я вправо стою. А, я тебя вижу. Все, пошел. Все, дальше укусы, Кладбона еще желательно укусить, а дальше похуй как. Ну я мазафакера укушу. Угу. Дальше персик. Лишь бы не погибать укусы. Персик, сзади слева от тебя лежу, реснешь. Как вам такое? Сбегитесь. Персик. Сейчас страх будет. После страха тогда. Угу. Геру дам я, когда укусы раздам, дам Геру. После страха. Лес, я после вихря встану. Гимн ХП. Сакру прожимай на рейд. На ХП. Я Лока укушу. Все, резай. Викус потом иди передавай. Или мне же. Мне же и передавай. Вот он я. Ага.
Все, укусы раздали дамгеру. Блять, на мне говно. Сейчас, пацаны, дамгеру. Говно раз этого. Все, погнали. Дальше похуй, кого кусать. Кусайте, лишь бы это не проебать укус. Контрольщик. Да, 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 да. Все, ханта нашел. Баблы готовьте. Этого ханта все цели. Это мой хан, сова. Че там, мили некого, что ли? Бешенство у меня. Берса, что ли? Хуй знает. Сейчас будет уже. Блять. Че, ДПС не хватает, я не понимаю. Ну конечно, а что тут, блять, да, ДПС не хватает. Вроде более-менее. Блять же упал в середине боя, если не упал, что нормально было. Должно было 16, нахуй. Первый укус, блять, падает у вас. Вы о чем вообще говорите? Это ярость берсерка фир не снимает это? Ну, я ее прожал, нахуй. У вас два приста. Один антифир кидает на кого будет лужа, второй на себя. Нормально. И под боссом идет, блядь, там 10 секунд до укуса, босса, блядь, добивать надо, он стоит, блядь, хуй знает где, ищет, кого бы ему укусить, блядь, хотя уже, блядь, берса, и не знаю, что вы там делаете, хуй его, там же укус по-любому не раздашь. Так мы бы и не убили бы все равно, тут какая разница? Пошли Вальку, короче. Я через 5 минут уходить надо, Войт, слышишь? Это Грин Персик, да? Ну да, я просил тоже там, да. Сейчас тут некоторые шмотки, 17 минут осталось серебра. Могу еще троек как бы ебануть. Ну, ты через 5 минут уходишь, да? Я могу еще троек как бы, пиздан. Не знаю, насчет тройка надо 2 человека добрать, если ты уходишь 3. Мне шмот надо поразраливать. А что, весы будут, не? Бесит. А, ну бесит. Тогда я пойду, если мы не будем тратить. Я сейчас если вы, блядь, еще давай, блядь, поехали, то 5 минут она бьется. Ладно, давай еще раз. Если, блядь, не сдохнете, только с первым укусом, все нормально будет. Бесит. Как ты, блядь, умудрился сдохнуть, я в душе не ебу. Подъясните, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, фласочку, есть у тебя ледяного этого змея? У кого-нибудь, блядь. Я вообще не понимаю, как там вы, блядь, на своих некоторых 2, 4, 5 вы даете там по 10 тысяч, блядь. Вы обкурились там или, блядь, я не знаю. У них, блядь, по 2, по 4, 5, блядь, и они выдают по 12 тысяч ДПС. Это, надеюсь, не я? Рекаун, глянь. У меня нет. А что, установите рекаунт? Шкаф дайте. Это не я, это хорошо. Глобон, скажи, кто там хрустит? Как можно столько дамажить-то, а? Своих, блядь, в своем шмоте? Ну, не знаю, наверное, можно. Пообщаться же не с кем все равно. Готовность. Пульте старика. Реально на пульте. Шаман второй пати. Все готовы, отчет. Это было неразумное решение. У меня ты 5 сломался.
А нет. Старик, возле меня стой. Я подойду потом. Сбежали. Сейчас буст отдам, да подойду. Подходи, 5 секунд. Я в раске отдам его потом, давай ты воин. Лужа, осторожно. Вот, видишь? Ага. Вот, видишь, где стою? Да, да. Короче, так. Подойдешь. Да, я смотрю. Краска на взлете ко мне подойдешь. В упор. Звезда? Звезда. Да. Подходи. Бегу, бегу. Сейчас укушу. Укусил, нет? Не вижу, погоди. Рядом с тобой, хит, звезда. Хорошенько. Укусил, укусил. Вот ты укусил. Старик, да. Следующий твой женек, Римперсик, ко мне. Кого ты там еще враска кусаешь? Кладбона, Войт кусаешь. Женек, по команде прибежишь ко мне. Короче, выберешь сам, кого там с миликом кусить. Кладбон это милик? Кладбон это кот, да, милик. Магу укушу лучше. Давить тебе больше ДПСа. Женёк, выбеги в правый угол, он где хан стоит, к нему подбеги, я тебя укушу. Ага. Да сбегись ты. Укуса. Лестница. Стой, стой, стой. Сильнее, босс должно меньше 30% оставаться. Так, сейчас будет. Так, нарцеп потом... Где весь центр залили? Прохиливайте. Давайте бустим. Давите РДД на взлетке, немножко не я хватает. Я магу. Я ханта укушу, хантаран. Сядь возле меня, стой, укушу тебя. Какой не... Вот на месте стойка. Маг мой. Маг, стой. Ханта кусает. Нет, по гере. Блядь. Серьезно, опять? Ребят, вы серьезно не можете никого укусить? Я говорю, укушу мага нахуй. Макс ебался, еще кто-то его укусил. Надо ник было назвать. Бейте. Босса, бейте. Геру, дайте. Где Гера, кстати? Не было Гера вообще. 23 секунды до укуса, а Геры вообще нет. Нет смысла, да, бежать? Бей. Бейте. Бабл, готовьте, Коваль. Сейчас все
приятного аппетита. Начинаю представлять. Моя прелесть. Приятного аппетита. Да. В чем сложность? Это было неразумное. Два укуса, пять не раздали. Вот. Вот если бы раздали, добили бы. Не получилось. Там прикол есть такой, если чё, Ctrl Tab, подбегаешь ко всем и ебашишь нахуй. Там через своих переключаешься. Иначе теперь скипуешь, да?